Семья священнослужителя должна быть образцом для православных христиан в ведении быта, воспитании детей, соблюдении традиций. Ну, в первую очередь хочу сказать, что семья – это божественное установление. Сам Господь Бог создал мужа и жену по пришествию Христа в мир. Первое чудо, которое сотворил Христос, это в Кане Галилейской, претворив воду в вино. И брак был возвышен на степень таинства. Что такое семья священника? Семья это, священника – это эталон церковной жизни, должен быть эталоном. Святой апостол Павел к Тимофею говорит, к первому посланию к Тимофею говорит, что священник должен быть главой своей семьи, доброчестен, чистолюбив, уважающий себя, свою семью и своих детей, и воспитывать в православной вере, как полагается, в христианстве. Если, ибо он, если не будет содержать свою семью, воспитывать свою семью, то как он может управлять церковью? В преддверии светлого праздника Пасхи семья отца Виктора Михалаша подготавливает главные символы. Красные яйца, которые отождествляют мир и жизнь, куличи, а также пасхального ягненка, символизирующего Христа, который был распят за грехи мира. Ну и, конечно, в каждом доме в такой праздник должен гореть благодатный огонь, который прибудет к нам из Иерусалима. Подготовка двоякая. Духовное и телесное, естественно. 40 дней поста плюс Страстной Седмицы, которая предваряет особого поста, очень строгого поста, предваряет Святую Пасху. Поэтому первая сторона духовная имеет первостепенное значение. Люди постятся не только телесно от пищи скоромной, но и духовно. То есть стараются свои мысли, поступки, дела, глаза, уши и все остальное к добрым делам произвести. Телесная сторона является, то есть, как я уже сказал, отдаление от скромной пищи и воздержание от всех остальных увлечений и, я знаю, других поступков, неподобающих христианству. Больше семья священника молится в церкви, больше молится, чем дома, значит, остальное все. Если есть возможность, потому что в семье священника все должны быть в церкви. И священник, и его матушка, супруга, и дети его, и все остальные. Суть здесь. А потом уже дома, если что успевают или кто помогает, это уже чуть как мы уже можем, так и встречаем Пасху. Все приготовления к Пасхе должны проходить в четверг. Но если вы по каким-то причинам не успели совсем управиться, отложите оставшиеся дела на субботу, а не на пятницу. Этот день считается самым строгим. Именно в пятницу Иисус Христос был осужден и распят на кресте. Thank you.